Добрый день, гости и подписчики канала. В последний день сентября антициклон с запада организовал нам плюс 28 градусов. Трудятся пчелы, шелестят бабочки. В мангале вишневые дрова. Они дают приятный аромат. Жарко и долго горят и не образуют сажи. Готовим саргана на мангале. Чтобы рыба не пересохла и жарила в собственном соку, используем фольгу. А вот и наш сарганчик. Открывай, посмотрим. Помытый. Вот он. Уже разделанный. Во-первых, он выловленный. Какая классными ручками. Красота. Потом ими же почищенный. Вымытый уже нашими ручками. Вот, сейчас мы его будем готовить к жарке, да? А ну-ка, Лена, расскажи-ка, как ты готовишь черноморский сарганчик? А как мы готовим черноморский сарганчик? Сейчас мы расскажем. Сначала мы его немножко подсолим, правда же? Совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Вот мы его подсолим, потому что он сам по себе, наверное, тоже солененький, да? Вот, потом мы чуть-чуть добавим приправы, которые у нас любят все в семье. Называется она карри. Замечательно. Да? Карри от Галины. Сама делала? Нет, покупала. Нет, в магазине. Покупала, вот. И дальше взбрызнем лимонным соком, перемешаем. Я думаю, у Гали лучше получится. А может быть, и я буду мешать. Вот, и отставим в сторону минут на, да, 15-20, а может даже и полчаса. Как пойдет. Все будет зависеть от мангала. Вот. А мангал что там у нас? Все хорошо? Лимончик. Сейчас. Мангал. Угу. Угли тлеют. Все замечательно. Угли тлеют. Хорошо. Так, вот наш лимончик. У меня прабабушка одесская. Одесская прабабушка моей дочки учила, что морская рыба любит кислоту. Лимон, яблочный уксус. У саргана жирное и нежное мясо, без мелких костей. В нем содержатся витамины группы В для улучшения работы мозга и нервной системы, йод, фосфор и жирные кислоты. Кислота омега-3 необходима для здоровья сердца и сосудов, иммунитета, состояния кожи. Омега-6 полезна при неврологии, заболеваниях суставов, повышенном давлении. Польза от мяса черноморского саргана будет определяться способом приготовления. Наш выбор – сарган в собственном соку на мангале. Кстати, тут был сарган очень даже, это третья часть, да, или вторая? Очень даже такой, 40. Это он случайно? 46. Это 46 сантиметров, вау! Ты, какой большой. Это почти такой же, как вот мы видели балтийский сарган, да? Не-не, балтийский метровый. Еще крупнее. Ой, слушайте, я хочу Балтику. Одесский сарган полметра, только весит 200 грамм. Ну да, тонкий. Да, включайся. Балтийцы, они так, сейчас над нами я быстренько смеются, сполошу, что руки мы закрою. Детенышей ловим. Ну а что, я эти говорю, детеныши Одессе... наши, любимые, самые классные. Полметра, да? Это уже трофей. Одесса вообще лучший город Земли. И пусть кто-то скажет, что не так. Да? Так. Да? Закроем от летающих объектов под названием мух. Все. И отправим на мариновку. Время засекаем. Она пропитается вкусняшкой и будет нам счастье. Да? Юрий Юрьевич, счастье будет или есть уже? Счастье есть, оно не может, может не есть. Быть. На природе время летит незаметно. У нас уже приготовились и волшебные крылышки, и уже съедены. А, я еще не сказала, что в хорошей компании. Время в хорошем месте, в хорошей компании. Да, овощи уже готовы. Сулугуни уже готова. Пришло время магического саргана.
Или саргана, как правильно? Ударение на второе А. Саргана. Сейчас мы еще его чуть-чуть перемешаем. Саламурчики всякие. Боже, какой запах. Жалко, что на видео не передается запах. Вот. И сейчас мы всю эту красоту передадим в чудесные руки этой девушки. Девушки Галины. Пожалуйста. Вау! И саргана. Ай, как пахнет! Так, выкладываем на фольгу красивую нашу рыбку, чтобы она была вкусной и хрустящей. То, что покрупнее подальше, потому что там жар больше, а то, что потоньше, поближе. Боже мой, откуда ты все знаешь? С жаром уже все хорошо. А, с жаром хорошо. Уже нормально. У нас вообще всегда все хорошо, а будет еще лучше. Так, и что, она один раз не поместится, такое количество рыбы. А мы, может быть, рыбы ближе. Мы сделаем, как можно, еще один. Поместится, мы просто ее чуть-чуть уплотним. Не надо ее потом разворачивать на другой бачок, чтобы было красиво местечко, чтобы куда ее развернуть. Может быть, Гала, и войдет. Ты же магическая девушка. Я знаю, что у тебя должно все получиться. Давай, селедка. Тюлька-селедка. Это и не тюлька, и не селедка. Это сарган. Классный сарган. Так, у нас осталось еще несколько рыбок. Вот там вот в среднем. Да, и в среднем он, видишь, да? Ой, ты умняша. Теперь осталось время ждать. Ура! Вот настало время, да, перевернуть нашу, ура, рыбку. Она замечательная, она уже такая нежная. Ага, классно. Наш сарганчик уже готов, косточки все отделяются, складываем красиво-красиво на красивую тарелочку, красивую вкусную рыбку. И сейчас будем наслаждаться его необыкновенным вкусом. Сарган готов. Последний штрих. Вау! Слушай, как красиво получилось. Кто сказал, что это невкусно? Нет таких людей. И на тарелке остаются кости саргана с оттенками от светло до темно-зеленого. Цвет определяется билибердином, который является продуктом распада гемоглобина. Билибердин – сильный антиоксидант с антимикробными свойствами. К тому же он препятствует появлению мутаций. Вот такой он сарган с зелеными костями. Всем ни хвоста, ни чешуи.